Погнали. Темная комната и мега-сатана. Спешить некуда. Каждую комнату юзаешь Void. Если я это возьму, у меня не будет предметов вообще, да. И если я встречу, например, какой-нибудь план С, то я его автоматически применю. Негативных эффектов нету, кстати. Не, я не собираюсь без предметов. Если бы это был Абис, то да. Но Void... Обычно Аполеон без предметов не может выиграть. В смысле, может, но ему будет очень тяжело. Если бы это был Абис, то я бы взял. Чудом не получил урон. Надо было брать... Вот тебе сид, иди играй с этим предметом, окей? Потом расскажешь, на каком этаже ты слился. А какой смысл при переходе на этаж спавнить? What? Четыре привока каждые две комнаты. Мне это нравится, но у меня активка будет залочена на грибе. Активка у меня будет залочена на гриб. Но я буду получать брелоки просто в огромных количествах. Мне это нравится. Перо не нужно, потому что мне нужен этот самый ключ на сатану мне нужен. Особо чувствительных просьба отойти от экранов. Чуть не коснулся меня. К счастью, с него синее сердце выпадет. Пять трудбомб при подбирании ключа. При подбирании бомбы использовать Crooked Penny. Каждую комнату использовать пилюльку. До свидания. Там был М, но в этом брелоке есть проблема. Я типа... Мне надо будет каждый раз гриб прожимать, чтобы его изменить. Что мне там меняет гриб, я уже не помню. При каких обстоятельствах? Каждую комнату? Короче, херня. А, при каждом предмете. Каждый раз, когда я беру предмет, у меня появляется гриб. Рак нашел.
Ух, отпустила. Да, смелтер был хорошо, но смелтер будет заменяться постоянно чем-то другим. Точнее, даже не чем-то, а ну, вот этим вот. Надо марблы. А какой я хочу брелок у себя оставить? А, ну да, блин, мне же этот самый. Блин, у меня тут лежит штука, которая ключи мне дает. Ключ заберу. Давай вот так просто. Я сейчас кое-что понял. Я сейчас кое-что понял, чат. Я могу использовать битфлип на каждой грибе. Погодите, а они двоиться будут? Не, это типа новый предмет должен быть. 4 PhD до следующего этажа. Haunted chest. Каждую секретку получи корону. Ну типа... Окей. Это немножко неловко получилось. Да успокойтесь вы. Стоп, это точно такой же предмет? Он всегда будет одним и тем же? Супер тролль бомбы. Каждую комнату. Блин, здесь прикольный эффект, положительный пирог дадут, но отрицательный эффект слишком плохой. Так что я не согласен. Есть ножницы. Че, с ножницами что ли бегать? Ради пирога... Нет, этого не стоит. Отказываться от смены брелока... Нет, я не хочу. Блин, у меня там ключи можно было надюпать. А я этим не воспользовался. Банку тоже надо проверить. Я не хочу терять терзу при убийствах. Это не звучит как хорошая идея. Так делать надо отходить. Понял. Да. Да-да-да. Все грибы одинаковые по итогу. Я думал, можно будет заобузить, но нет. Так, сколько тут сердец?
2. Тут. Три сердца всего, да? Окей. Раз, два, три. Меня бесит эта комната. На другом этаже флипнуть. Попробую. Тупая арахна. Тупая арахна. Я ненавижу мод арахны за эти вещи. Я могу заролить активку тринкетом, но... Что это такое? Почему он превратил мое черное сердце в синее? Как это вообще? Что это такое? Какой же кринж эти сердца? Почему они вообще существуют? Я могу ролить грибы, но... Есть проблемка в этом. Хотя, я знаю, что я могу сделать. Я бы не сказал, что все моды калич. Но такие моменты расстраивают. Я могу библиотеку заролять. Неколост? Нет. Я лучше буду дрочить на Фури Порно, чем скажу, что Фури Лост это хороший мод. В смысле, неколост. Хотя какая разница? Нека это Фури. Так, погодите. Да-да-да, я помню. Откуда у меня появились эти бомбы? Стоп, что? Он заролился в пассивку? Ладно. А зачем мне брать... Да, зачем мне подбирать заново гриб? Более такой. Мне нет смысла подбирать его заново.
Потому что мне его все равно дадут. Все, идем дальше. Тупая арахна, блин. Грибы, роль в пассивке. Я не хочу, потому что у меня эффект грибов будет оставаться всегда. Погодите. А разве я брал предмет, который спавнит тролль-бомбы? В смысле... А где провещение мое? Я его подобрал и выкинул, и теперь у меня каждый этаж будут... Каждая комната тролль-бомбы, я умер. Эффект остался. Ну все, конец. Я умер. Ебать, что мне делать? Как мне можно выжить? Никак. И ножницы остались позади. Да все, я умер. Я не знал, что у активок остаются пассивки, даже если ты выкидываешь их. Это же тупость. Такого не должно происходить. Мне буквально нечего противопоставить этому. Почему эффекты пассивок сохраняются, когда ты их выкидываешь? Это так не должно быть. Так не должно быть. В следующей комнате я умираю. Я ничего с этим не могу поделать. Мод говна. Мод говна. Такого не должно было происходить. Закрыл много. Я не закрыл всех. Типа... Надо было слушать чат. Сейчас бы слушать чат. Надо было просто полагать, что оказывается, оно не должно так работать, как я думаю.